Привет, с вами Драгет, и мы с вами продолжаем играть в дополнение для Dishonored Death of the Outsider. В прошлой серии мы остановились на том, что мы ограбили банк, в котором нашли вот этот замечательный нож, который у нас а-ля трансформер, может прятаться в руку и обратно. Выглядит это довольно эффектно. Вообще классно. Также у нас, к сожалению, погиб Даут на нашем корабле, и мы сожгли этот корабль, чтобы, так сказать, отдать память. Ритуальный костер такой. И все такое. И теперь нам нужно выкрасть данные, которые находятся в королевской кунсткамере. Там есть данные, которые помогут нам попасть в бездну. Я уже тут немножечко побегал, выполнял дополнительные задания, ну, кроме тех, где нужно именно внутри что-то сделать. Внутри самой кунсткамеры. То есть в нее я еще не заходил. Так, давайте посмотрим, сколько у нас здесь людей. Я пока что вижу троих, но я уверен, что их больше. Один, два... Три... Четыре, понятно. Четверо. Точно четверо? Да вроде да. Отличненько. Кстати, я так и не понял, можем как-то прокачивать наши умения или... Что за симулит? С четырьмя эффектами, ничего себе. А, доступно. Доступный эффект необходим. Что-то непонятно, в общем, не будет. Умения. Мы никак их прокачивать не можем, да? Жаль. Думал, что можно как-то маны побольше себе сделать. Хотя, может, где-то амулет можно найти. Так, сейчас мы попытаемся с вами вырубить сразу двоих. Давайте-ка вот так аккуратненько вниз спустимся. Опа! Вот, молодец. Так. Давайте-ка сохранимся на всякий случай. Нужно попытаться быстренько выстрелить вначале вот в этого, а потом вот в этого. Отлично. Отлично. Что-то разбилось. О, не, мужик, не смотри сюда. Так, ты так. Иди-ка сюда. Полежи здесь. И ты тоже полежи здесь. И здесь их, по идее, не особо видно. Так, что у нас тут? Вот список. Свечи. 34 руны и амулеты. Сестра Роузвин хранит документы в кабинете куратора. Нужно их найти. Так, а мы сможем попасть туда так же, как и в прошлый раз? Да, слушайте, походу сможем. Походу сможем. Есть что-нибудь? Пули только. Понятно, нафиг нам пули. Шикарник, там, по идее, должно быть окошко открываться. Надеюсь, оно будет открываться, потому что не особо хочется как-то ввязываться в драку с ними. И все такое. Ну, я думаю, вы меня понимаете. Единственное, что... Это дверь куда ведет? А, это этот черный рынок. Тетка, которая там, понятно. Нет, ее мы трогать не будем. Ее мы трогать не будем, пускай себе торгует там. Так. Отлично. Слава богу, здесь не будет этих собак проклятых, которые сразу же вскакивают. Так, что тут где-то люди, что ли, есть за стенкой? Да. Ё-моё, сколько их здесь. Заперты изнутри. Заперты... Это я не верю, что тут все заперто изнутри. Заперто, заперто. Я что, зря сюда пришел? Да блин, они... Вы хотите сказать, они прям такие чересчур предусмотрительные и заперлись везде. Да не поверю я в это. Во, я же сказал, не поверю. Пробраться через вентиляцию? Я не знаю. Но она вылезла из люка во дворе. Кажется, в подвале осталась только одна живая ведьма. Наша терапия уменьшила их численность. Несколько ведьм удерживают в подвале королевской кунсткамеры. Одну из них казнили в внутреннем дворе, когда она пыталась сбежать через вентиляцию.
Ты ее труп обыскал? Нет. Брат Кардоза хочет его осмотреть. После смерти она принесет аббатству больше пользы, чем при жизни. Воистину, брат. Нужно отправить кого-нибудь осмотреть вентиляцию. Мы не хотим, чтобы другие крысы ползали по трубам. То есть, получается, мы можем освободить ведьм в подвале. Я правильно понимаю? Вот как раз таки, походу, оттуда она и вылезла. Давайте-ка мы сейчас с вами попытаемся туда аккуратненько пройти. Куда нас этот мужик вышел? В принципе, особо не важно уже. Я думаю, мы успеем. И спокиноки. Отлично. Давайте спустимся. Кто-то сознался сразу. Другие все отрицали, пока им не показали доказательства. Амулеты, кукол с волосами и зубами, страницы с оккультными символами. Дальше слезы. Но потом они спешили донести друг на друга. Надеялись получить прощение, предав сестер. Но, конечно, всех признали виновными. Их вопли заглушили чтение приговора. Понятно. Жаль, что я это пропустил. Однако кайфует от всего этого. Сказала, что никогда не сознает. Сознал. Так, ладно, давайте-ка пометим. С тех двух, я думаю, пометку можно снять. Убрать метку. Так, шикарненько. Так, сейчас быстренько проверим. Первый. Ух ты, какая не черепаха классная, конечно. Мне всегда нравилась эта кунсткамера. Второй, третий. И вот так. Шикарненько, давай. Сейчас мы с тобой спустимся вот сюда. Здесь тебе будет хорошо. Никто не будет тебя отвлекать. И ты можешь дальше спать. О, окно открыто, это хорошо. Окно это всегда хорошо. Здесь ну что? Груши. Нет, спасибо, не надо. Так, сейчас. Попытаемся как можно тише пройти. О! Хабар. Брат Кирилла, вы уже встречали наших слепых сестер? Они редко выходят из часовен. Я видел их лишь однажды, во время праздника крашеных чайников, после эпидемии чумы в Дановоле. Вовремя я успел. Нет, я нет. Это в первый раз. Позволь спросить, брат, зачем они здесь? Мы и сами можем разобраться с этими еретиками. Сестра Роузвин лично призвала провести расследование и привела на помощь сестер. Не забывай, брат, видения показывают им больше, чем можем увидеть мы. Их пророчества направляют аббатство, а их заявления наставляют тебя. Сколько можно болтать? Да, давай ты быстрее. Прав. Я должен опасаться рассеянности ума. Воистину. Воистину, давай, иди отсюда. Опасайся рассеянности. Не поворачивайся. У тебя за спиной рассеянность ума. Вот так вот. Ну. А? Да где же ты? Ту? А? Что? Окно! Дверь! Сам-то окно-дверь. Какое окно-дверь? Наркоман.
Им, походу, слушайте, интеллект подкрутили, а? Заметил, что друга-то нет. Раньше просто повернулся бы, и все, я помню, всегда так было. О, кошелечки шикарно. В этот раз нет, слушайте, прям такой, типа, а, где друган? Где мой братюня, все такое. Так, давайте-ка мы посмотрим, что на втором этаже. Потому что, возможно, через второй этаж будет чуть проще идти, но... Так. Понятно, точно так же есть смотритель. Он тут что, один? Слушайте, похоже, да. Идеально. Пойдемте наверх. Давайте через верх реально. Кстати, эти самые похищения пророчества. Ой-ой. Это все тот же или их тут двое вдруг стало? А нет, это все тот же. Давай, уходи, уходи. Там повернись, я не знаю. Ты же куда сейчас пойдешь? Ты, надеюсь, в ту сторону сейчас пойдешь. Так, молодец. Молодец, просто красавчик. Опа! Знаешь, что делают красавчики? Красавчики спят. Сладким сном. Вот давай здесь поспи. Так, слышь, как там этот где-то хмыкает. Понятно, пророчество еще выше. Здесь кого-то убили. Похоже. Монетки. Что у нас тут? Давай-ка посмотрим. Ага. Стоп, а кабинет куратора только внизу? Я смотрю, там сверху чем-то они застелили. Ну, как застелили? Досками, что ли, заколотили? Типа, сделали пол на втором этаже. Давай сюда через низ, мне кажется. Так. Да, реально, вот... А, не, это подобие брезента. Так, вот там мужик что-то листает. Ой, чуть не спалились. Так. Первый. Второй. Три. Я что поставил? Пистолет убрать метку. Так, понятно, проще будет телепортами аккуратненько пройти. Сейчас мы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, спи. Что это такое? А, мины. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что у нас здесь? Спящий смотритель. Только один? Только один. Кто-нибудь его может отсюда спалить? Нет, не может. О, отлично, и тут сразу этот самый выход на лестницу. А, недостаточно энергии. Спи, моя радость, усни. Тра-та-та-та-ра-та-та. Так, полежи здесь. Так, мы что-нибудь сюда можем взять, кроме еды? О, ай, блин, максимально. Ладно. Здесь тоже ничего.
Тоже ничего. Это было шумно. Ой, как монетки прикольно сложила. Вообще красавчик. Я тоже так складываю. Так, больше ничего здесь не вижу, чтобы можно было украсть. Так, теперь... А, я так и знал, что наверх там нужно будет все равно идти. Так, все, метки с этих можно убирать. Тихо полетим. Убрать метку. Убрать метку. И убрать метку. Так, сейчас подождем. Пока все откадешится быстренько. Ну, давай, 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 давай. Быстренько, мана. Так, отлично, вверх. Что у нас наверху? Кстати, здесь, помню, вот этот инструмент был. Сестра из Ордена Оракулов. Еще одна сестра. Так, понятно. Сделал поспешные выводы. Вот еще есть. Один здесь. И все, и теперь вроде уже точно все. Так, брательник, а ты у нас куда-нибудь ходишь? Или ты просто стоишь на месте? Давайте-ка сохранимся. Слушайте, да, походу он просто стоит на месте и пинает балду. Так вот. Больше не будешь пинать балду. Будешь лежать вот тут. О, могу воровать на расстоянии. Амулет какой-то. Не успел, правда, прочитать. Удачная осечка, уровень пьет, шанс осечки, удар раку зиму или при смерти, он теряет сознание после удара бездны. При ударах клинком или убийствах вы получаете... Не-не. Не подходит. Давай, давай! Вот так вот. Ну как смогли, поворовали, вон там еще один вижу. Если помню, раньше здесь ловушка была. Так. Мне нужно еще выше, так что я зря сюда пришел. Давайте-ка включим перемещение. Ну, не перемещение. Тихо. Жертва своих неугомонных рук. Ее нужно сжечь на улице вместе со... Повариху сжечь или кого? Сестра... Так. Ты тут одна, что ли? Мадемуазель. Почему она еще здесь? Она же упала 3 дня назад. Нужно сообщить смотрителям, чтобы они все убрали. Уберут, уберут. Смотритель уберут ее. А я уберу тебя. Мусор надо выносить. А они, походу, реально слепые. Записывает пророческие видения, утверждает, будто она знает секреты острова. Секреты островов. Убийство, предательство, любовные связи. Заполучив эти сведения, я стану очень влиятельной дамой. Я отдам все свои костяные амулеты тому, что сумеет проникнуть в королевскую кунсткамеру и украсть ее дневник. А, ну так это я знаю. Но только она ж мертва уже вроде. Как она мне что-то отдаст? Здесь мы украсть уже ничего не сможем. Идем дальше. Давайте проверим.
Так, еще одна сестра. И больше... А нет, еще одна вот. Как только выполним задание, нужно известить белый утёс. Ох! Шикарно. Идем. Вообще, по идее, если они слепые, они, у них должен быть очень хороший слух. Прям настолько хороший, что они должны слышать все-все-все. Но что-то здесь как-то нифига. Так, здесь же никого? Нет никого. И тогда куда? Ага. Смотрители пишут. Ну, отворачиваться собираешься? Ну, точнее, как уходить куда-нибудь. Она вроде даже в мою сторону смотрит. Да, она в мою сторону смотрит. Ой, не то. F5. Я вот только одно. Войти в транс. Сестра Роузен взволнована, кажется, недавним видением. Вода. С сестрами на террасе. Я должна к ним присоединиться. Я понимаю, что ей не по себе. Меня пугает найденный здесь архив. Надеюсь, скоро мы сможем вернуться в часу. Сестра, выполняй свою задачу. Один, два, три, четыре. Важная работа. От нас зависит будущее аббатства. И куда же вы пойдете? Так, понятно, а это идет наверх. Ко всем остальным, как я понимаю, да? Шикарненько. Спать. Реально не понимаю, как они видят, если они все слепые, по идее? Или они нагло врут? Просто так носят повязки. Так, иди сюда к своей сестре. Как ты ее обнимаешь? Мы же, по идее, можем вылезти в окно, правильно я понимаю? О, монетки. Вот туда нам надо. И я здесь нигде не смогу дотянуться, понятно. Все-таки придется как-то внутри там проходить. Так. О, нифига себе, куда третья ушла. Так это даже лучше. Сейчас мы не спеша дойдем к ней. Так, о, веер еще стырим, да. Больше... О, какие-то первые впечатления об архиве. Это мне не надо. О, портрет. Что ты нам расскажешь? Они протестуют против безразличия и шепчут вопрос. Их ненависть, одиночество, ужас. Все разбивается, как волна за волной. Понятно. Королевскому куратору. А, ее величество Далила. Да, конечно. Коза. Эмили лучше. Брат Кардоза, сестра Роузвин вызывает вас на террасу. Она хочет, чтобы вы забрали еретический архив. Да, очень хорошо. Передай сестре Роузвин, что я скоро приду. Нужно провести тест до того, как это существо разложится.
обычное разделение. Все как сказано в Писании. Рассеян дробится на части. И что ты тут встала? Похоже, разрушила артерии. Ладно. Чё так громко? Не давайте взору пускать. Нашли что-нибудь? Клянусь, продолжайте искать. Это жесть. Тревога! Ну вот что ты так заорал? Что? Что происходит? Не-не! О. Вроде слепые, а такие жестокие. Ужас какой. Где-то... Чё ж ты так завизжала-то, а? Светлая кровь. Падла ты такая. Да, определённо, это аномалия. Можно было и не визжать. Брат Кардоза, сестра Роузвин ждёт. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Давай-давай, быстрей. Фух. Надеюсь, ты не заметишь ее пропажу. Побрякушка. Пустяк. А глаз будет нормально. Шикарно, он не заметил, что она пропала. Ну, естественно, она же типа его секретарь, наверное. Они часто не замечают, когда кто-то из секретарей пропадает. Сейчас она, наверное, ему передаст, и мы сможем... уйти. С его этим самым. Как его? Ну, короче, мы сможем прямо у него украсть это все. Нифига себе, у него здесь все написано. Так, шикарно, мужик, да, давай идти. Господи, ты что, труп женщины здесь рассматривал? Ты сюда идешь или? О, нет, мужик. Нет, не надо спускаться, не надо, тебе не понравится, честное слово. Лучше пойдем наверх. Я могу посмотреть ее с помощью проектора для сребрографии. Если Орден Оракулов видит будущее, тогда эта пластина расскажет мне обо всем. Сколько всего? Я думаю, я просто выкраду его и все. Называешься кровопийца из бездны. Мне кажется, это что-то связанное будет с, опять-таки, с высасыванием ХП. И вы получаете энергию бездны, если убивать ничего. Ну, нет, убийство, нет. Сколько раз говорить? Убийство. Что они ищут? Они бы и меня захотели разрезать. Гадость какая. Больные ублюдки. Ну что говорить, фанатики, блин. Они все такие. Нет, показалось, что кто-то ходит. Послания какие-то. Так, что у нас? Проектор для сербографии. Так, а здесь что? А, это типа у нас три этих проектора есть. Кстати, похищение пророчеств. В принципе, можно и похитить. Только вот... Там так много этих сестер, а у меня нет ни дротиков, ничего. Так что, мне кажется, лучше не трогать их. Так, давайте проверим, мы здесь можем пройти? Или здесь опять-таки будет все закрыто изнутри? Стоп, а он на первом этаже. А я знаю, где это там, где три этих... Как его? Трое смотрителей, да.
Знаете, мне кажется, мы, наверное, дополнительное задание выполнять не будем. Ну, вот это вот похищение и прочее, потому что там уж слишком много этих, как их, сестер. Я просто-напросто не смогу их всех вырубить. Какая-нибудь из них завизжит, поднимется тревога. Так что мне проще спокойненько так пройти. Так, вот сюда. Вот это мне и нужно. И вот их. Трое здесь. И один здесь. Послушайте. Послушайте, а если мы превратимся в сестру? Как-то это странно звучит немного. А, нет, реально, давайте попробуем. Вот мы ее возьмем. Где-нибудь поближе здесь бросим. Чтобы было недалеко идти. Допустим, вот здесь мы ее бросим. Реально, вот давайте все сохраняемся. Берем сходство. Используем на ней. И идем. Что это было? В этой части горы ничего не должно быть. Северная шахта в Шиндейре. Там безглазые проникают в бездну. Нужно взять с собой серебрографию. Ты возвращается голосом чужого. Уходим, уходим. Уходим обратно. Так, все. Нужно отменять сходство. Здесь мы... Нет, не вылезем. Нам нужно обратно... Ох, ё-моё, касается человек. Нам нужно вылезти обратно в ее лагерь. А лагерь ее находится... Не так уж и далеко, в принципе. Мы сейчас сможем аккуратненько спуститься. И, кстати, по идее, мы ни разу не спалились. Хоть, конечно, не хочется накаркать, но, блин, я вообще красавец, слышите? Ай, блин, жопа здесь точно. Осталось только здесь не спалиться, и все будет идеально. Все замечательно. Здесь нам не вылезти. Так, давайте сохранимся. Ой, не то, не то, не то. Не то. Так. А теперь... И закрываем за собой двери. О, черепашка. Такая черепашка, блин, конечно, вообще. Бошку отгрызет на раз-два. Так, здесь мне надо наверх. Как попал сюда, так и уйду. Шикарно. Шикарно, шикарно, шикарно. Походу мы прошли по стелсу целиком весь уровень. Так. Там просто тоже есть окошко, поэтому мне лучше оттуда вылезти. Так будет ближе идти. Такс. Я же могу на это дерево, да, залезть? Или нет? Опа! Фу. Они не услышали. А, так тут же никого нет, точно, я же всех вырубил. Ну, кроме тех двоих. Все. Вещи били. Использовать, оставить... Отправиться к северному... Ну, короче, отправиться, да. Отлично, нейтрально. Сколько обнаружено тело? Одно. Обнаружение два. Милосердный. Без убийств. Шикарно.
Ну, практически прошли по стелсу. Нас пару раз спалили, хотя, правда, я так и не понял, как. Но неважно, неважно. В этот раз намного лучше, чем во все предыдущие. Серебрографическая пластина, найденная вами в королевской кунсткамере, указывает на секретное место далеко в горах, рядом с Шиндейри. Прибыв туда, найдите вход в бездну и избавьтесь от чужого. Ничего себе! В центре каждой вещи тьма. Если думать о ней слишком много, она изменит тебя. А сама останется прежней, ожидая. Раньше я пыталась забыть, кто я такая. А теперь я выполняю обещание, данное мертвецу, самому важному человеку в моей жизни. Иногда голос Дауда доносится до меня сквозь металл этого жалкого ножа. Это самое странное и самое важное дело моей жизни. На горе Шиндейри есть шахта, настолько неприметная, что люди не верят в ее существование. Там живут безумные сектанты. Они защищают место, где я могу встретиться с самим чужим. Давным-давно Дауд говорил о бездне, о страхе, который сдавливает горло. Но повернуть назад я уже не могу. Что останется, когда исчезнет чужой? Его имя сгинуло в бездне. Но сегодня я узнаю, можно ли пустить ему кровь. Вот она, северная шахта в Шиндейри. Она не должна существовать, но она существует. Пока. Здесь бездна подступает к поверхности реального мира, проламывает ее, извергает страх и силу, которые аббатство обывателей пытается спрятать. Ты узнала многое. Твое решение изменит мир. Мне почти хотелось, чтобы ты заговорил со мной. Каждый беспризорник, каждый нищий мечтает, чтобы ты заговорил с ними. Почему ты этого не сделал? Почему делаешь сейчас? Ты же знаешь, что я пришла покончить с тобой и этим мерзким культом. Люди приходят сюда уже много веков. Они хотят многого. Избежать смерти, обрести запретные знания. Им всегда мало, сколько бы они ни взяли. Даже мертвые не находят здесь покоя. Ты найдешь еще одну реликвию культа, часть бога, который был до меня. Ты найдешь людей, которые убили меня. Когда я знал их, у них были имена и амбиции. Теперь они бродят здесь. Их сознание в плену ужасных тайн. Они скрывают жуткий ритуал, который сделал меня таким. Глубоко в бездне они приставили мне нож к горлу и вырвали у меня имя. Нож ты нашла. Может, найдешь и имя в черном внутри этого места. Если захочешь. Зачем ты это говоришь? Чего ты хочешь? Мы оба знаем, как толпа может оправдывать убийство. Сектантам плевать, кто я и чего я хотел. Я больше не буду говорить с тобой. Во время следующей встречи ты увидишь, что со мной сделали. В твоем сознании звучат слова Дауда. Но я скажу, у тебя есть выбор, Билли Лерк. Он заставляет, конечно, задуматься вот этими своими появлениями внезапными. Причине пророчеств. Но это мы не выполнили, да, это я все знаю. Зато отправились в горы. Ну, в общем, ладно, да. На этом серия уже подходит к концу. Она уже получилась довольно большая. Ну, конечно, не такая огромная, как предыдущая, но все-таки. 38 минут, это вам не хухры-мухры. Ну что ж, если вам понравился этот видеоролик, если вам понравился этот видеоролик, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Драгот, всем удачи и всем пока.